какие преимущества ореховодам Молдова дает вхождение в Евросоюз? Если говорить откровенно, из опыта Румынии, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, значит, для работников сельского хозяйства преимуществ особых не наблюдается. Будут проблемы. Те проблемы, через которые проходит Румыния и Болгария, те проблемы будут, видимо, и у нас. Но ореховодов это не коснется. Потому что рынок ореха в мире и в Европе не насыщен. И я так думаю, что вот о чем я говорил в течение последних 15 лет, что орех не имеет альтернативы, что орех он не подвластен политической конъюнктуре, что орех всегда, даже когда Россия отказывалась от всей практически продукции сельского хозяйства Молдавии, блокировала еще при Воронине и позже, значит, орех всегда очень выгодно продавался и постоянно находил сбыт. Если это не было Россия, то это были Эмираты, это была Турция, это была Франция, в которой были проблемы с орехами, для того, чтобы выполнять контракт, они наш орех скупали по высоким ценам. Я думаю, что наступает звездный час для ореховодства и ореховодов, потому что с орехом проблем не будет. Вот сейчас у нас шоковое состояние в республике. Я хорошо знаю Бумакова Василия Михайловича. Я смотрел на него, и мне было просто жалко до боли. Сердце болело, как он изменился, переживает. Это сейчас начинается время у сбора фруктов, овощей, и Россия закрыла рынок.